Сегодня весь православный мир отмечает День памяти преподобного Сергия Радонежского. В календаре его имя прославляется несколько раз в году, но июльская дата ближе всего ко дню рождения святого. Масштабные торжества в эти дни проходят повсеместно. Не обошли они стороной и Златоуст. Слава тебе, Боже, на слава тебе! Слава тебе, Боже, на слава тебе! Пресвятая Богородице, спаси нас! Крестным ходом почтили православные память игумена земли русской. Сергий Радонежский, пожалуй, самый известный святой в нашей стране. В честь него в Златоусте строится храмовый комплекс на Таганайском кордоне. На месте будущей обители веры сегодня отслужили молебен. Все желающие смогли приложиться к иконе преподобного, на которой есть частица его мощей. Этой иконе больше 40 лет. Ее очень известные люди. Один другому подарил. И так она в итоге в 2014 году досталась нам. Вот здесь, в Златоуст, в этот храм. Поэтому это наша святыня, это наше непосредственное общение с преподобным. Поэтому люди приходят, поклоняются, молятся и спрашивают благословения преподобного Сергия Радонежского. От гонителю радуйся, Сергий, скорый помощниче и преславный чудотворче.